Настюша, мы серьезно едем, и мы едем вдоль скал. Самое главное, в каяке не перевернуться. Впереди нас ждет веселый обрыв. Острову мы там можем сделать шалаш и прожить еще пару дней. И вот в той пещере мы сможем методом выбивания кремня добыть огонь и спалить весла. Настя нравится. Пупи тоже нравится. Сейчас врежемся. Теперь папа врежется. Так, ну ты сейчас носом. Мы приближаемся к водопаду, который может нас стремительно поднять вверх. Настя переживает, что мы все упадем вверх. Так, я не знаю, мы нашли маленькую пирамиду Хеопса. Сейчас не знаем, что с этим делать. Мы зашли опять в какую-то чачу. И боюсь, что здесь опять нет выхода. Так. Йоу. Стоп. Никого. Одни олени. Вот, туда, проходим. Мы тут вишни. Видите? Тут лабиринт, просто обычный водный лабиринт. Не, Кристин, здесь вообще выхода нету, мы заблудились. Что мы еще сделаем? Папа налегает на весло. А что это за вень там такой? Где? Да, так. Так тебе нравится? Да. Мама, так, хватит с красивым, мы все помним. Видишь, наверху птички? О, май гад. Смотри, какая глыба над нами.
Рокут. Вон, видишь, трещина какая надо. Том, хорошо, на середине-то озера, а мне как хорошо. Ребята.